Сегодняшняя фотовыставка – это один из этапов междисциплинарного совместного проекта, который реализуется прокуратурой Гродненской области вместе с Гродненским государственным университетом имени Янки Купалы. Изначально, когда мы начинали этот проект, основной целью для себя ставили – это полное вовлечение и погружение детей в вопросы геноцида белорусского народа, погружение туда студентов. И сегодняшняя фотовыставка – это тоже идея ребят, идея студентов. Именно они разработали концепцию данной выставки, именно они отобрали и обработали материалы, фотографии и видеохроники для того, чтобы представить сегодня их на обозрение. Студенты-историки, студенты-филологи, студенты-журналисты активно включились в этот проект на исторических фактах, которые они получают из архивных документов, воссоздается историческая правда. И сегодня на выставке представлены документальные материалы и фотоматериалы, которые раскрывают трагедию, которую пережил белорусский народ, в частности, жители Гродненской области в годы Великой Отечественной войны.